Председателю правительства показали сквер дружбы народов. Это один из удачных примеров организации общественного пространства. А как отметил глава региона, сейчас по всей Кубани, даже в небольших станицах, активно создают зоны отдыха и новые парки. О том, какими должны быть города будущего, говорили уже на форуме «Городская среда», который открылся в Краснодаре. Там представлены проекты со всей России. Дмитрий Медведев выступит на планерном заседании. Участие в нем также примет губернатор Краснодарского края. В регионе в этом году на формирование комфортной городской среды направят более 1,5 миллиарда рублей.